В Анапе возле здания МВД создадут новый сквер и мемориальный комплекс, сообщает пресс-служба администрации города. Проект благоустройства предполагает установку камер видеонаблюдения, пешеходные дорожки, комплексное озеленение. Возле здания МВД города-курорта будет размещен монумент памяти погибших при исполнении служебных обязанностей правоохранителей. Его основной идеей стал образ невернувшегося со службы сотрудника. Он воплощен в виде отсутствующего силуэта в теле монумента. Перед ним будет размещен образ ребенка, что в композиции будет передавать горечь утраты отца для семьи. Также на стене будут выгравированы фамилии и инициалы погибших сотрудников, их должности и обстоятельства гибели, рассказала главный архитектор города-курорта Карина Бронникова. Кроме мемориала предусмотрен постамент для возложения цветов и венков и площадка для проведения торжественных и памятных мероприятий. Вокруг будет благоустроенное общественное пространство, доступное для горожан, с озеленением и малыми архитектурными формами, скамьями, урнами, велопарковкой. Открыть мемориальный комплекс планируется 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.